Депутат городской думы Александр Щебеньков потребовал главу города Евгения Рилова устранить нарушения в работе думы. Заседания комитетов проводятся в одно время, что противоречит интересам депутатов, СМИ и жителей города. Об этом он сообщил корреспонденту «Запру». В своем обращении он потребовал устранить нарушения правовых норм и препятствий для возможности осуществления депутатами думы своей деятельности в части возможности участия в рассмотрении комитетов всех интересующих их вопросов. Также он отметил, что складывается ощущение выгоды неучастия депутатов в работе других комитетов.